Здравствуйте. Итак, очередная передача из цикла «Промо пиво». Сегодня у нас на дегустации продукция от минской фирмы «Каспар Брау». В частности, светлое ячменное нефильтрованное лагерь. Данное пиво выпускается в городе Обнинске на небольшой пивоварне. Разливается в бутылке 0,5 литр и продается также разливным. Состав пива светлый ячменный солод, хмель, дрожжи, вода питьевая. Оригинальная этикетка представлена вот такой продукцией. Пиво выпущено 19.03.2017 года, то есть пиво довольно свежее. Написано следующая легенда. Каспер Лагер – безупречное, сваренное, светлое, легкое пиво с насыщенным золотым оттенком и вкусом хмеля. Этот сорт пива – один из самых любимых в Баварии. Является такой же знаковой частью региона, как баварские кнедлики и облака на голубом небе. Отмечен парой медалей на выставках пивных индустрий. Что ж, попробуем изделие пивоварни Каспар Брау. Я уже открыл бутылочку и попробуем, как данное пиво на вкус. К сожалению, у меня нет моего фирменного бокала, чтобы посмотреть, как у него будет у пива пена. Мы посмотрим на обычном, вот на таком бокальчике. Так, пиво имеет золотистый цвет. Пена у него, шапка пены в этом стакане все-таки есть. Пузырьки и крупные посередине, по бокам мелкие. Пиво ощущается довольно неплохим. Крепость его 4,9. В принципе, не так много. Разлит он здесь, в Калужской области, в городе Обнинске, на улице Королева 6. То есть брал я непосредственно на самой пивоварне. Стоимость пива довольно большая. 160 рублей за бутылочку 0,5 литра. Вот такую. Еще раз пробуем. Ну, да, это чувствуется, что это лагерь. Довольно мягкий такой вкус. Оттенок хмеля присутствует не сильно жгучий. Солод у него, скорее всего, стандартный. То есть не указан, какой сорт. И не указан, к сожалению, какой сорт хмеля. Моя оценка, что пиво где-то, ну, я так думаю, все-таки на четверку. Все-таки это не продукт больших пивоварен, но для крафтового пива, коим вот эта пивоварня является, все-таки продукт уровня значительно лучше бывает у других производителей. Но местный индустрии альтернатив вот этому напитку, я не знаю, в Обнинске других сортов пива. Вот это самая раскрученная торговая марка. И самая такая распространенная. И попробовать ее, приехав в Обнинск, в принципе, можно. На этом заканчиваю сегодняшний выпуск. До следующих встреч.